Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Джон Уэбер. Портрет Паэдуа, дочери Орево, короля Улиетте, острова общества Таити. Около 1785 года, холст масла, 144/93. Джон Уэбер родился в Лондоне. Образование получил в Швейцарии. Живописи учился в Париже, после чего состоял официальным художником в экспедиции, отправленной в кругосветное плавание под командованием легендарного капитана Джеймса Кука. В этом путешествии мастер не только сделал массу зарисовок и картин, но участвовал в вооруженных столкновениях. А когда капитан Кук погиб на Гавайских островах, именно Уэбер оказался первым европейцем, вступившим в контакт с аборигенами. Вернувшись в Англию, художник выставил в залах Королевской академии более 50 своих работ и вскоре был избран членом Королевской академии наук и искусств. Большинство картин мастера – это пейзажи, но есть и портреты, в том числе тех, кого он повстречал в этом долгом и опасном плавании. Портрет Паэдуа, дочери Орево, короля Улиетте, острова общества Таити, живописец создал за 3 дня. В это время беременная женщина, ее муж и брат находились в заложниках у капитана Кука, который заставлял таким образом ее отца, короля острова, выдать британцам 2 их дезертировавших моряков. Холст имеет историческую и художественную ценность и является образцом колониального искусства Англии. Вот такое описание к работе Джона Уэбера. Работа называется «Портрет Паэдуа, дочери Орево, короля Улиетте, острова общества Таити». Написано около 1785 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.